Бэкст, как это сделать? Бэкст, как выкинуть топор? Ну, Бэкст, а как добавить друга? Учебник новичка. Всем привет, это учебник новичка, где я отвечу на часто задаваемые вопросы. Это будут маленькие мини-ролики с ответами, например, как сохраняться, как добавить друга, чтобы вместе строить, или что вон там у тебя за штуковина в инвентаре. Вот на такие вопросы я отвечу. Всего будет 5 выпусков, так что погнали. Первый часто задаваемый вопрос в комментариях – это «Бэкст, подскажи, пожалуйста, как сохраняться?». Все очень просто. Мы с вами видим сверху кнопочку «Меню», заходим в нее. Здесь куча вкладок, но нам сейчас необходима только одна – это «Load», то есть «Загрузки» по-нашему. Заходим сюда и видим 4 слота для сохранения. Выбираем любой, просто кликаем на него и сохраняемся. Эту процедуру необходимо сделать всего один раз, только в самом начале, когда вы выйдете впервые из игры. Дальше у вас будет срабатывать автосохранение, и вам не нужно всю эту процедуру проделывать по-новому. А теперь я вам расскажу, как же загрузить наши с вами сохранения. Все делаем то же самое, как и сохранялись. Заходим в меню, выбираем вкладочку Load и выбираем слот, где мы только что с вами делали сохранение. У меня, допустим, это слот 3. Жмем. Выбираем кнопочку Load Slot и ждем, когда прогрузится наше с вами сохранение. Когда сохранение прогрузится, нам игра предложит выбрать один из участков, который на данный момент свободный. Выбираем самый удобный для нас. Допустим, я нахожусь сейчас вот здесь. Вот он как раз я стою, и здесь мне было бы наиболее удобно. Поэтому я жму Select, и мое сохранение сейчас загрузится рядом со мной. Как мы видим, все, что я сохранял, загрузилось. Если ты не знал, как сохраняться в Lambert Icon 2, и это видео было полезным для тебя, то поставь лайк. Спасибо тебе и удачи в начинаниях. Пока.